Горки и качели для самых маленьких, турники и скамейки для ребят постарше. Дворик на пересечении улиц имени Кутузова и Кустова заметно преобразился. Оценить перемены по достоинству смогли и дети, и взрослые. Сегодня хороший, прекрасный детский праздник, посвященный открытию детской площадки. Нас сюда пригласили поприсутствовать и принять в нем участие. Мы все довольны тем, что хорошая погода выдалась, солнце светит, дети радостные, присутствуют их родители, у всех хорошее настроение. Я думаю, это самое главное, когда маленькие дети, их бабушки, их мамы все вместе в выходной день проводят время на такой прекрасной детской площадке. Как молодая мама, хотелось бы сказать, что исполнилась мечта каждого ребенка с появлением данной площадки. Дети счастливы. У нас настоящий праздник. Я думаю, вы все прекрасно это видите. Мы рады. Этим все сказано. Сделать праздник по случаю открытия детской площадки незабываемым помогли музыка, конкурсы, аквагрим и концерт от бабкиных внуков. Самые подвижные из ребят получили подарки и сладкие призы. Их мамы и папы – еще один повод улыбнуться, глядя на счастливых малышей. Светлана Дробкова, Евгений Седачев. События Брянск.